Приветствую вас на нашем канале. Сегодня я хочу приготовить салат из морепродуктов. Вот я взяла два кальмарчика, один побольше, второй поменьше. Я его разрезала, почистила изнутри, все вымыла. Такой чистенький стал. Вот, и два штуки. И второй тоже почистила. Можно взять крабовые палочки, можно крабовое мясо. И 4 яйца. Ну, сейчас будем готовить кальмарчика. Его нужно отварить. Набрали водичку. И сюда сейчас будем добавлять соль. 1 чайную ложечку соли. 2 листиков лавровых. И 3-4 горошинки перчика душистого. И пусть закипает. Водичка наша кипит, и мы забрасываем туда наших кальмарчиков. Воды примерно 2 литра. На буквально 2 минуточки. Две минутки прошло, можно доставать наших кальмаров. Пока наши кальмары остывают, мы можем нарезать остальные продукты. Приступаем к нарезке кальмарчиков. Отрезаем у них вот эти ушки. Просто режем полосочками. Кальмар сварен таким образом, он никогда не будет твердым или как резиновый. Он такой мягенький, его приятно жевать. Жуется классно. Ну, очень вкусный. Сегодня утром приготовила майонезик. Добавляем сюда 2 ложечек. И перемешиваем. Переложим его на тарелочку. Ну вот, салатик наш готов уже. Вот тут какой красивый, аппетитный, вкусненький. Сейчас мы его попробуем. Свеженький. Очень нежный салат. Очень нежный. Нежность из морепродуктов. Класс. Очень вкусный салат. Гостей ваших не оттянешь за уши. Приготовьте этот салат на Новый год. Не пожалеете. Очень вкусно. Советую, рекомендую. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте нам лайки. Пишите комментарии. Всего вам доброго.